Я не готов к такому. Ну там вода под бетонированный затыкал. Зачем мы затыкали? Я просто глиной мы с Володей таскали глину. Володя значит, значит. Занятие в 12 часов. 13? Да, 13. 13. Она домой бежала. Так. У вас какие вопросы будут? Вот Игорь вернулся. Мы молились о поездке его. Чтобы ответил, рассказал. Мы вместе с ним были. Мы когда приезжаем из поездок, мы объявляем, всех собираем и на все вопросы отвечаем. Это естественно. Просто и понятно. Какие вопросы по Писанию мы уже знаем, их почти нету. А это новинка для нас. Видишь, он на что дерзнул. Вот они и километров, сколько чего, как ночевал, где ходили, какие знакомства. Нам должно быть все близко и интересно. Мы с тобой были, брат. И днем, и ночью. Как с нами люди были. Если ничего нет от батюшки, вчера я с ним разговаривал немножко. Видно, там деньги надо за прием. Да подавай скорее, скорее. Там, видимо, я разбудил. Здесь 8, да. Вы теряете не только вы, но и он деньги. Я знаю это дело, нет, поэтому поеду. Вопросы? Нет. Неделя прошла хорошо, и вот видите, вот сегодня хотел маленькое слово вам сказать. Подходит Игорь. Тайна, ты никакой, я не делаю из этого. Вот такая погода. Хлеб лежит в волках. Если его намочило, 3 дня надо его сушить. А волки кладут почему? Потому что если надрезать. Я против волков с первого дня, когда стали их валить 30 лет назад, первый раз было. По-другому говорить нельзя, но я не труженик, ну, в этом деле-то. Ну и сегодня выходить, я говорю, как-то начинали, с первого дня говорили. 10-й праздник. Что у нас не рабочее, но тебе все разрешается. Не попадает под подведение субботы только 3 должности. Это врач, сторож и животноводство. Доить надо, поить надо. Все остальные работы прекращены. Вот опять, если вы считаете 10-словие, то там не прелюбодействуй. Точка. Новое, не воруй. А суббота вот столько вот. Ни раб, ни рабыня, ни вол, ни осел. Никто, чтобы не работали. Этого дня нету у нас. Он Божий день. Ты не имеешь права у Бога брать десятину и не имеешь права брать субботу. Это просто все объясненно. А суббота святая указывала на воскресенье. Брат, не искушайся. Я поговорил, вижу, он это принял. Почему? Да вот такая погода. Правда, ждал, да дождь будет. Ну, дождь будет, значит, ты согласился. А дождь и не погода от кого зависит? От Бога. Потерпи ущерб, но никогда не посягай на субботу. Запомните все это. Воскресный день нам не принадлежит, он Богу. То есть посещение больных, богослужение. Ну, здесь за то, что там еще природа там за грибами сходит. Первый человек, который услышал закон, его прочитал Моисей, он это услышал. Моисей говорит, закон первый раз дается. В фильме хорошо показано, как он стоит. Слушай, Израиль, Шма Израиль.
не воруй, все не воруй, не кради, там все формы. Это фильм есть такой, Моисей, посмотреть надо его просто. И как на субботу, завтра вышел один человек, ему надо готовить, маленькие ребятишки, горячей пищи нету, плитка не включается, электричество не подали еще туда, 3600 лет назад. И он пошел хворосту насобирать. Ну, он сказал жене, я так предполагаю, я сейчас быстренько, тут я видел сухой саксаул, там есть коровья, лепешки соберут. Жена ждет, нету где. Вышла, никто не знает. Ну, Моисей сказал арестовать его. Как? Он не воровал, он ничего не делал. А сегодня суббота. Так он ничего не делал, он только собирал. И он-то сидит, я думаю, я знаю, как это в КПЗ, когда сидишь, ошибка какая-то. Но меня-то за что взяли? Неужели теперь голодные ребятишки-то будут? А вы знаете, какие последствия? Прозвучал голос на утро, никто не знал, какой результат будет. Моисей отложил, вдруг Бог заговорил, предать смерти. Все, что есть, истребить, и чтоб духу не было. Весь Израиль вздрогнул. Какой хворост, какой домой, когда ты уже отошел вечером. Это касается воскресного дня. Первые христиане чтили и субботу и воскресенье. Два дня. Так что и советская власть дала два дня. Так было. Но в воскресенье никто никуда. Крышу сорвало, вот ворота у него и мочат. Тут все братья, бросьтесь, помогите. У него ворота сорвало, на машину там Мишка повалила где-то. А остальное отложите. Первый год. Ну вот он сейчас как работает? От него не зависит здесь. Совершенно не зависит. И поэтому мы не догматики. Мы понимаем, да, приехали. В другое время не приедут. Склад забитый. Они приехали, забирают у него. Ну, одна машина. Здесь просто уже надо, говорится, увидеть. Но когда ты на поле едешь, ты один. Никто не зависит. Не пачкайте душу свою. Ты отложи все. Надейся на Бога, и Бог это сделает. Как Он сделает, я не знаю. Погода от Бога зависит. Урожай от Бога. Он бы не дал тебе сейчас. Только выезжайте на полпути, сломалось опять, порвался шкип, еще нету. А когда ты не пошел, да ради Бога, да целый день благодаришь, Господи, погода хорошая ты дал. Но ты сказал, выше всего суббота, святая суббота. Это воскресение Христово. Я подчиняюсь тебе, Бог тебя завалит всем. Не нарушайтесь в воскресенье, не посягайте на это. Крыша прохудилась, оторвалась. Ясно дело, все силы бросит, тащите ее в воскресенье. Потому что там гибнет что-то, здесь ничего не гибнет. Вот это мы с ним сегодня до богослужения и поговорили. Я гляжу, он смирился, все. Брат, благословен ты у Бога во всем, будь благословен и в святой субботе. И детей к этому приучи. Если работать, как ты работаешь, с утра до ночи, да еще, мы утром встали вчера, а все еще это, уже расцветало, они все еще убирают хлеб, машина уходит. Ты благословен будешь в святой субботе, потому что это под страхом смерти. Прелюбодеяние тебя не заводит и это не заведет. Убийство не убей, точка. Суббота точно так же. Ну я не даю, я ему в аренду машину дам, ни вол, ни осел. Машина это как осел, на котором ты ездишь. Не в аренду, все дни сдавай, в этот день нет. Израиль именно так и понимает. У них главное в розетку нельзя включать. И один ресторан говорит, ну у нас же иностранные туристы приезжают. Ну что стоит включить? Ну и включили. НСС, это их Верховный Совет, объявил такой бойкот, что они прогорели, все. Никто не имеет права. Адвентист седьмого дня, они субботу соблюдают. Он приходит и дежурить приходится зимой. И он тогда решил, в пятницу вечером заступает, и все, в печку зарядил, но чиркнуть надо в субботу. Заседание у них прошло, и брату своему запретили. Не можешь работать, уйди на другую работу. Вот нам пример. Это не православные, как они это держатся. Я говорю сегодня о субботе. Мы рано вышли с богослужением. Если мои слова не доходят, я повторять больше не буду. Делайте, что хотите. Но знай, что Бог не на твоей стороне будет. А этого одного достаточно, чтобы ты остановился. Ну, у меня немного убирать где-то, где я не вижу матушку. Я не раз уже ловил воскресенье. Там рядом вижу, какая-то. Пришла в храм, упала, выспалась, теперь пошла туда. Вы ее удержите. В ней доброты море.
Но все это только когда мне нравится. Не нравится, потоплю, пожгу и все. Вы друг друга удерживаете. Вот пошел, брат, а куда ты пошел? Ты вспомни убитого, который пошел. Да мне надо заготовить это. Уже ничего не заготовлено. Для тебя заготовлены камни. Камнями побить его. Чтоб подобного не было. Все у меня. А святой субботе, то есть о воскресенье. Собаку укусили. Мама! Да.